Комитет гражданской авиации запретил полеты 17 самолетам двух авиакомпаний. Речь идет о воздушных судах малой авиации Ан-2 и Технокам компании «Азия-Континенталь» и «Казавия». Стоит напомнить, что за последние 5 лет в нашей республике дважды разбивались самолеты Ан-2. Кроме этого, к административной ответственности привлекли должностное лицо компании за нарушение требований авиационной безопасности. Понесли наказание 16 сотрудников фирм за некачественную организацию летной и технической работы. Этой новости предшествовал отчет главной транспортной прокуратуры. Проверяющие сообщили, что нашли многочисленные нарушения в работе компании малой авиации. Владельцы бизнеса не проводили плановый ремонт и занижали часы полета, чтобы сэкономить на ремонте авиатехники. Впрочем, как оказалось, в скором времени все они снова могут вернуться в строй. В основном это техническая авиация, которая работает на сельхозработах, 17 бортов. Есть определенные требования по прохождению межремонтных сроков, освидетельствований и так далее. Просто эти суда должны пройти определенную эту процедуру и после этого безопасно летать. Вот и все. Это, конечно, если они проходят соответствующие процедуры.